Тема закончена про талант. Далее у нас начинается тема причины ослабления здоровья. Причины ослабления здоровья. Ну, знаете, когда она вышла из вот этой комы, и то попросила покушать, значит, что-то там, бургер или чизбургер с колой. Когда человек часто бывает на гастролях, ездит, выступает, естественно, там не до того, чтобы создать необходимые условия правильного питания, распорядка дня, режима и прочего. Нет, это не так. И вот, несмотря на ту энергетику, которая ей досталась, мощнейшая энергетика, то есть о здоровье она особо и не думала, потому что огромная энергетика всегда обеспечивает прекраснейшее здоровье, соответствующую фигуру, она держит, понимаете, энергия держит, ничего не расплывается, как раз вот у нее это все имеется в виду. Но я вам еще рассказывал такую вот, знаете, вещь. Это, вернее, это все выложил на спонсорской подписке о побуждениях. У любого человека начинает работать побуждение. И вот, как раз вот эти вот побуждения, они формируют и черты характера, и заставляют человека двигаться по жизни. А именно, энергетика большая. Можно сказать, на здоровье человек не жалуется. Поэтому он и не задумывается, съел он правильно, съел он неправильно. Более того, никто его не учил, никто об этом ему не говорил. То есть он питается безалаберно, да и ладно. При этом, далее, когда у человека, знаете, у творческой личности, самостоятельной личности, своими чертами характера, со своим пониманием жизни, он на свою жизнь и на то, как она должна быть, он смотрит своими собственными глазами, своими собственными понятиями, которые сильно отличаются, будем говорить, от общепринятых, и тем более, знаете, вот как сказать, в случае, можно сказать, от разумных. Это бесшабашность в чем-то, это какой-то риск неоправданный и прочее, прочее, прочее. Значит, что? Смотрите, начнем, так сказать, по порядку. Питание работало против нее, но она его не ощущала. Ну, работала, ладно. Далее, значит, когда человек взрослеет, начинает проявляться побуждение, второе побуждение – это побуждение к продолжению рода. Человек хочет любить, человек хочет быть любим, человек хочет создать свою семью, человек хочет дружить, человек хочет, чтобы ему доверяли, он доверял. И вот тут-то и начинается, особенно там, где имеется там мани, ну, я так понял, не в случае Максима. Сильный человек, он всегда такой доверчивый. И вот, и не чувствует опасности. И вот что произошло с Максимом. У него были 3 автомобильные аварии, причем серьезные. Причем даже вот одна авария была, когда она была в положении, ждала ребенка. Хорошо, что все обошлось. 3 аварии. Машины, как она говорит, были в смятку. Далее она увлеклась конной ездой. Упала, сломала 2 позвонка. 2 позвонка сломать в некоторых случаях это приводит вообще к инвалидности и к обездвиживанию. Ну вот, опять-таки, знаете, мощная энергетика все это переборола, все это сделала. Но вот мощная энергетика, она с человеком играет в обратном направлении. А именно, человек с мощной энергетикой, если он не понимает, вот, как бы сказать, происходящего, у него в голове вот такой вот, он доверяет человеку, он его любит без остатку, он ему предан, он ему все готов сделать и получает в ответ обман, предательство. Эффект разочарования, эффект вот этой вот мысленной работы работает очень сильно. Энергетика, буквально так и знаете, сильная энергетика разрушает организм. Вот как бы он ни был крепкий, ну, вот эти эмоции в сильном организме, в мощном энергетическом организме, они еще более крепкие. Естественно, разваливаются. И что там было? И депрессии, и лечение, и прочее, 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 что, естественно, в первую очередь, ослабляет вот эту вот мощную энергетическую защиту организма. И уже он становится таким, будем говорить, уязвимым для разного рода заболеваний. Тем более, была третья беременность. Третья беременность была
после депрессии, когда у нее там был понижен вес, и вот так получилось, что она в положении. Она лежала на сохранении. Что такое сохранение? Это масса всевозможных лекарств, гормональных препаратов, которые тебе делали. Ну, ребенка не удалось сохранить. Опять это огромный эмоциональный пресс. Опять это вот все, это эмоционально. Человек, не понимая работы своего сознания, особенно вот этих вот глубинных побуждений, что как-то надо, знаете, где-то с прохладцей относиться, где-то там более, так сказать, разумно относиться. Есть люди, я так понимаю, характер у человека, у Максима такой, что она не разменивается на полутона. Она только, знаете, вот белое-черное, вот в этом отношении. В отношении вот искренности, любви, самоотдачи, самопожертвования. А взамен, и это все влияет на, естественно, на организм, ослабляя его. И плюс вот эти вот еще сохранение, лечение и прочее, наложили свой отпечаток. То есть, я так думаю, что организм стал зашлакован, помимо того, что от неправильного питания, от вот этого всего лечения. Он уже был, так сказать, не способен бороться с инфекцией. В ослабленном организме вот дальше она вот так вот и развилась. Здесь, естественно, вот она как раз и говорит о том, что я осталась жива, значит, я для чего-то нужна. Ну, еще бы. Двое детей. Это, знаете, это большой, как бы сказать, положительный момент для того, чтобы остаться в этой жизни. Как здесь, так и в небесах смотрят. Что такого человека надо оставить. Но тем не менее, преподнести своеобразный урок, знаете, они начинаются с малого, там, допустим, одна авария была, другая авария была, нет, третья авария была, ага, нет, с лошади там упала, и все это, и разочарование, и так далее. И вот это вот тогда дается испытание большее для того, чтобы человек как-то одумался. Вот это как раз некое переосмысление, и уже произошло, о чем она сама говорит. Значит, я нужна для чего-то.